Афипскому лицею 50 лет. Полувековой юбилей образовательное учреждение отметило в местном доме культуры. 1 сентября 1974 года учителя встретили первых учеников в новой, только что построенной школе номер 5. А в 1990 году школу реорганизовали в Афипский технический лицей. Всех поздравляю с юбилеем. От души желаю здоровья, счастья, любви. Конечно же, мира, мирного неба над головой. И мы все всегда будем гордиться, что в нашем районе есть лицей поселка Афипского. Нагрудным знаком Министерства просвещения Российской Федерации за верность профессии награждены педагоги Валентина Лола и Людмила Труфанова. Грамотой Министерства просвещения Российской Федерации наградили директора лицея Светлану Пясть. Я хочу выразить слова благодарности и признательности и вам, Марина Владимировна, за чуткое руководство и поддержку, вам, Юлия Евгеньевна, своим коллегам, потому что этот кропотливый ежедневный труд, он бесценен. Благодарю за сотрудничество родителей и наших партнеров. Без каждого из вас не было бы тех достижений и результатов, которые мы сейчас имеем. Грамотами и благодарственными письмами наградили участников педагогического и вспомогательного коллектива. Высокий уровень образовательных стандартов Афипского лицея постоянно подтверждается призовыми местами учеников в олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных состязаниях, а также победами в конкурсах профессионального мастерства для педагогов. Особые слова признательности ветеранам педагогического труда, не одно десятилетие проработавших на благо родного лицея. К сожалению, некоторых из них уже нет в живых. Память ушедших коллег почтили минутой молчания. Концертную программу для гостей праздника подготовили не только творческие коллективы. Музыкальные поздравления со сцены звучали от бывших и нынешних учеников лицея. Приятным подарком к юбилейному дню рождения лицея стали денежные сертификаты от администрации Северского района и Афипского поселения, средства которых будут направлены на укрепление материально-технической базы и благоустройство территории.